Сейчас я разберусь с фоном, чтобы его не было. Так, сейчас надо будет стрим перезапустить. 5 сек, подожди. Итак, всем еще раз привет. С вами Брикман, 1001 реквест. Вот, сегодня мы заканчиваем, как я надеюсь, игру Sweet Home. И успеем перейти к следующей. Я надеюсь, что мы успеем к ней перейти. Вот, поэтому... Не будем терять времени. Приступим немедленно. Да, всем привет. Как обычно, надо показать фокус, чтобы заработал чат. Привет, Руслан35Рус. Привет, Little Way. Привет... Нет, мне Applejack привет не говорил, поэтому ему не будем говорить привет. Зенон, привет. Razer, привет. Амкол, привет. Бон Роузес, привет. Накасан, привет. Никита Карманов, привет. Лэндсталкер, привет. Антон Шелкопрядович, привет. Так, я плохо помню, что дальше происходит. Привет, Рапас, привет, Атхел, привет, Шаксер, привет, Мельстром, привет, Applejack, привет, Раевский, привет, Слава Кочка, привет, Нолик. Так, короче, я не помню, что нам сейчас тут надо делать, но я помню, что нам надо туда зайти. И там что-то очень-очень лихое будет ждать. Ой, сраный огонь. Привет, Серкс. Нет, Мазафокс, ты не писал привет. Ждешь привета в ответ. Нет, так не пойдет. Ну ладно, привет. Мне не жалко. Да, я хотел штурмовать эту дверь, я помню. Так. Эдсуко. И чё ты мне, больше ничего не скажешь? Такаши отправился сам по себе. Остановите его, пока... Пока он не раскопал это все. То есть Такаши все раскопал. Негодяй такой. Фото. Ни у кого нет места в инвентаре. Замечательно, разумеется. У этих тоже нет места в инвентаре. Так. Так, тихо, быстро соображалку врубить. Так, мне не нужен тоник. Он мне не нужен. Или нужен? У этих двух персонажей... У этих есть тоник. Окей, насрать. По барабану, вообще пофигу. Нужно надо взять фотку. Как ее взять? Что мне выкинуть? А, вот, все, тихо, ребята, я вспоминаю. Я вспоминаю, что я хочу сделать. Так, у меня есть фото, и что мне с ним делать дальше? Так, ладно, давайте проверим. Нет, Накасан, у меня не поддерживается чат ВКонтакта, к сожалению. Но я буду с этим разбираться, правда, не сейчас. Я не хочу переходить на крыса-чат, потому что он убогий. Ой, в смысле, на ошиб-чат не хочу переходить, потому что он убогий. Но, наверное, придется, раз крыса не поддерживает ВКонтакт. Используйте 4 предмета...
на знаки изменения. Стоп, что еще раз? Используйте 4 предмета. Используйте 4 предмета на знаки перемены. Или когда что-то начнет меняться? Какие 4 предмета? Какие 4 предмета? Здесь нет таких вещей, что прям предмет 1, предмет 2, предмет 3, предмет 4. Тут такого нету. Что это за предметы они имеют в виду? Я понятия не имею. В чем мне по хелсам? По хелсам все четенько. Короче, валим отсюда. Так, использовать 4 предмета. Блин, я не знаю. Я, видимо, в неудачный момент оборвал стрим прошлый. Потому что сейчас я совершенно не понимаю, куда идти и что делать. Какие перемены? Что делать? Хрен его знает. А, ну хотя я сюда еще не ходил. Ага. Окей, хорошо. Все. Привет, Ксироп. Зеттер, привет, если я тебе еще не сказал привет. Давайте, железный ключ. Fuck yeah. Я был с другой стороны решетки. Ну и, блин, все равно. Дайте мне проверить. Да. Вот я про это говорю. Так. Вот тут целая локация, ё-моё. Записка. Всегда оставляйте кого-нибудь снаружи с этой веревкой. Окей. Базара нет. Обратный зомбак, вали. На тебе раз, на тебе два, на тебе три. И иди гуляй. Здорово, чувак. А, песок. Быстро, веревка, помогите. Веревка, значит. Значит, веревка. Так, у козёла вилка. О-о-о. Жемчужная. Стоп, я не понял. Жемчужная это в класс серебряных? А, ладно, не надо спрашивать. Я просто можно посмотреть по урону. Так, 256 на 296. 256 на 296. 410 на 351. Ну что ж, и то, и то больше намного. Поэтому окей, пусть будет это. Хотя нет, лучше это отдать доктору. Лучше отдать это доктору. Нет, не доктору, а дубаилу. Вот, дубаилу надо мощное оружие. Вот козёлу и так хорошо. О господи, лич.
Ну давай. Только не сдувай никого, пожалуйста. Да, огнем ты стреляешь, молодец. Power Rangers! Блин, только трое успевают атаковать всегда. Так. Дубаил. Плохая у тебя атака, Дубаил. Ты знаешь об этом? Сейчас мы это исправим. Вот, другое дело. Так, в эту речку я не хочу, там какие-то колья сзади. Так, ну и насчет. Так, сохранимся. Пойдем сюда, посмотрим, что тут такое. Интересно, как интересно. Так, что-то еще одна. Так, ну поскольку... так, 256 на 296. Остальных больше, поэтому ладно, пусть меняет козел. Почему я не могу сюда встать, если там ничего нет? А, блин, я еще в яме. Интересно, как же это работает? Каким же образом это работает? Так, окей, окей, окей. Ай, отвали! Ну, отвали! Ой! Иди нахрен! А, он тоже умеет ветром дуть. Зашибись, давай, сдуй кого-нибудь. Ах, хер тебе. Так, и чё? Мне нужна особая веревка. Специальная. Чё это за веревка? Золотая какая-нибудь? Обычная веревка. И чё? Чё дальше-то? На за Фокс. Я понимаю, что это вариант, но там написано, что именно надо веревкой вытаскивать остальных. Оставляйте всегда снаружи кого-нибудь с веревкой. Вот, чтобы прямым текстом было написано. Давайте, хорошо, попробуем принять в команду. Хорошо. Нет, ни хрена, они на разных уровнях, они не могут так взаимодействовать. Не получится так, даже не надейтесь. Никого, видите, вот он стоит, никого здесь нету, пишет. Так что не получится по-вашему. По-вашему, по-читерному. Лолись? Нет, я не хочу лолиться. Ой, как их вытаскивать? Ладно, давайте сюда зайдем. В центр. Ничего, да? Как бы. И чё? Да, Шаксер, прочитаю я фреску. Ну, у меня не те персонажи туда зашли, у меня нет персонажа с камерой. Что мне делать-то теперь?
Так, короче. Нет, надо оставлять снаружи того, кто с веревкой. Так прямо было написано. Тут вот стоят. Три статуи блокируют путь к ее внешнему измерению. Но я знаю, где эти три статуи. И надо использовать так. Короче, надо записать. Тут цифры пошли. Три предмета, четыре предмета. Три статуи, четыре статуи. Блин, у меня места нету. Так. Три статуи. Четыре предмета. Заткнитесь! Капец, блин. Блин, почти утонули. Забавно было, забавно. Ну ладно. Не в яме для того, чтобы почувствовать его до конца. До самого дна. Чтобы в их голову вошел страх. Да, да. Великие цитаты нам приводят. Так, ладно, хорошо. Пусть выходит отсюда. Жесть, вообще жесть. Кобздец какой-то. Давайте, разделяйтесь по своим. Вы к своим, мы к своим. Отвалите, а я один. Я один здесь. Иди в жопу. Так, ладно, хоть им урона в это время не наносилось. Я надеюсь. Так, короче, что мы имеем? Впереди какая-то лавовая река непонятная. Сдохнут там персонаж, нет или нет, я не знаю. Может нет, может да. Это мы сохранимся и узнаем только так. Я думаю, Applejack, если их засосет, то они умрут. У меня вот такая вот мысль. Мне вот так вот кажется. Давайте посмотрим, хорошо. Я сохранился только что. Вот такой вот дабл килл мы сделали. Замечательный. Надеюсь, вы довольны. Так. Так. Ну, попробуем отделить одного персонажа от остальных. Так, он перешел. Спокойненько перешел. Замечательно. Ну охренеть теперь. Так,
У вас веревки нету. Капец. Так, ладно, короче. Так, выбираем. Отводим сюда, выбираем этих, отводим сюда. Выбираем дубаила. Отсоединяемся от команды. Но берем веревку. Нет, не берем веревку, перекладываем веревку. Теперь идем спасать этого дурачка. Я сказал, идем спасать дурачка! Иди в жопу. Так, теперь вопрос. С какой стороны там была доска? Сверху или слева? Если я не угадаю, надо будет загружать опять. Я угадал. Какого хрена не попадаю? Вот, другое дело. Фух. Так, короче, замечательные ловушки. Мне нравится. Так, тут, полагаю, то же самое. Ладно, спасатель дубаил. Отвалите от меня. Уйди, иди нахрен, отвали. Пошел вон. Тебе еще хрен попадешь. Ой, блин. Да не отращиваю я усы, они сами отрастают. Ничего не сделаешь. Отрастают они. Так, короче, я знаю, что нам делать. Так, козёль. Прошу, проследуйте. Что там со скелетом посмотрит дубаил, я думаю. Так. Веселые исследователи. Дубаил и козёль. Еще пару таких комнат и сможешь в дотку за пуджи играть. Нет, спасибо. Как-нибудь обойдусь без таких полезных навыков. Так, что тут у нас? Гроб. Затем сквозь стену. Гроб, затем сквозь стену. Замечательно. Окей. Мертвый скелет. Даже ничего не говорит. Скучно. Так. Чувак, хочешь рискнуть? Хотя нет, не получится. Наверное. А надо бы. Надо бы, чтобы получилось. Я знаю, Венкмор, что чатик ВК пашет. Он не пашет в крысочате. Я знаю, что будет. Может, будет кто писать. Я разберусь с этим. Поставлю вонючий, обосранный шипчат, который я ненавижу, если выбор другого не будет. Игра называется Медом, потому что так называется кинцо, по которому сделали эту игру. Так. Капец, а вот как же геморно, а? Ну ё-моё! Вот... Веревочка, давай.
Нет, отойди. Веревочку. Давай, кидай. Давай, молодец. Давай, команду. Давай, все, вали. Давай, молодец. Теперь еще раз веревочку. А теперь ты нахрен пойдешь. Стоишь здесь и ничего не делаешь. А я просрал свой шанс опять. Тихо, блин, хватит круги выписывать. В воде набросились. Иди нахрен. Вот в бегущей реке сражаться с тобой явно неудобняк, чувачок. Так, ну пройти можно. Все не так плохо, как я думал. Можно даже так пройти. Стоит... Вопрос в том, стоит ли мне тащить сюда всю остальную команду. Думаете, я не отобьюсь, да? Все ты. Такое ощущение, что если от монстров убегаешь, вероятность того, что этот же монстр появится через 3 шага, очень высока. Поэтому надо их убивать. Но, к счастью, у этих двоих как раз-таки самые мощные... Самое мощное оружие как раз у этих двоих, так что они не пропадут. Так, гробики. Ну почему она обосранная? Ну здесь же есть чувак с фотокамерой. Почему именно это должна быть обосранная? Ямамура, я обосрался. Амулет, фото. Амулет, фото, дневник и гробик. Окей. 4 предмета, блин. А у меня не есть? У меня есть амулет, у меня есть что-то еще, сейчас посмотрим. Да сломаю я стену. Так, у меня нету, много чего у меня нету, амулет есть, фото есть, и все, больше ничего нету. Гроб же я не буду с собой таскать, правильно? Как-то не очень логично, что гроб я не буду с собой таскать. Помолиться надо, помолиться это понятно. Ай, бля, не знаю, куда писать-то уже. Короче. Ладно, насрать. Мы всегда можем прочитать еще раз это же сообщение. Давайте посмотрим. Я сохранился уже. Давайте посмотрим, что будет. Что тут такое? А, надо именно... видимо, говоря с фреской, использовать 4 предмета. Ну и потом стену сломать. Ну или сейчас стену сломать. Давайте посмотрим, что тут вообще можно сделать. Ух ты. Нифиговый такой тут проходик мы открыли. В углу на нас напали, в углу. Опять ты. Так, и что делать? Естественно, я не могу. Ой, блин. А что делать? Что значит... Гроб. Я могу понять... Я могу понять, да? Взять дневник. Окей, хорошо. Взять дневник. Я могу сходить и взять дневник. Но гроб? Что? Гроб? Да
Так, у тебя там что, амулет? У тебя нужный предмет. Эти двое тогда идут. Эти двое тогда идут за дневником. Пылесос я притащу. Мне надо дневник взять сначала. Череп нападает. Змея. Ой, боюсь, боюсь. 376 урона этой змее. Пылесос тащить не надо. Там уже шорткат. Прям как раз мы его только что открыли. Хорошо, что я его открыл. Ну, зашибись. Ну да, ну конечно. Ну конечно. Я уже слишком далеко пошел. Что дальше-то менять буду? Ключ? У доктора второй предмет тоже ключ. Че еще выкинуть-то мне? Че мне еще выкинуть? Фонарик нужен будет. Вот, допустим, что фонарик будет еще не нужен. Допустим, что фонарик будет не нужен. Оставим фонарик на месте дневника. Я знаю где-то место, мне не будет труда за ним сходить. Главное, что я помню, где это место находится. Нападают опять. Мужик. Даже не поворачивайся, мужик. Мы тебя сзади. Так, фонарик. Но что с гробиком? Я так и не понял. Используй 4 предмета, мне сказано. Используй 4 предмета. То есть 1 предмет, 2, 3, 4. 4 предмета. 4 предмета. Где мне взять четвертый? Что это за предмет такой, гроб? Тут нет такого предмета, гроб. Нет, Зетпер, это не так делается. Здорово! Чё у нас тут? Обосранная фреска? Так. Синие свечи в руках. Мне еще и свечи нужно синие. Зашибись! Куда это все мне пихать? От меня требуют 4, они требуют 5 предметов. 5 предметов от меня требуют. Куда мне это пихать, если у меня у каждого человека по 2 места в инвентаре, и они забиты ключами, всякими кирками, молотками и прочей хренью, веревками, которые обязательно нужны для того, чтобы просто перемещаться. От меня требуют еще миллион предметов где-то,
как куда-то затолкать. Свечи-то наоборот юзать, свечи приносят геморрой. Нет рюкзака в игре. Никакого. Тут может зато персонаж сдохнуть, и ты не сможешь использовать его инвентарь. Так, короче. Надо, как я сюда? Давай шорткатом. Для свечи есть естественный карман, да, конечно. Так, короче. У кого второй предмет? Так. Все говорят по-разному. Так, ладно, пофигу. Попробуем. Так, еще раз прочитаю сообщение. Не надо никого сдувать, я тебя умоляю, а! Не надо сдувать! Слава богу, никого не сдуло. Амулет. Фото. Диарея. Гроб. Молить. Важен мой тайминг. Короче, четвертого предмета у меня нет. Я не знаю, где его взять, как его взять, как взять гроб. Подожди. Глядя на это, он говорит nothing. Глядя на это, он говорит гроб. То есть этот гроб мы взять можем, что ли, так? Ну, конечно! Логика, логика! Пять гробов, просто не, как пять гробов, они прибиты к земле, а один единственный не прибит. Ну, конечно! Блин. Надо просто каждому подойти и посмотреть на него. Везде он писал ничего, ничего. А тут пишет гроб. Хорошо, насрать. Давай. Короче, надо все делать аккуратно. Волшебная фреска, блядь. Амулет. Фото. Диарея. Гроб. Не нужно?
что, дураки, что ли? Я не понимаю. Моя, ваша не понимать, что вы хотите. Так не получается молиться, не получается молиться. Какие-то странности происходят. Не очень понятные. Молиться нельзя. Амулет. Ничего не случилось. Молиться нельзя. Фото используем. Молиться нельзя. Диарея. Используем. Молиться нельзя. Гроб. Используем. Молиться нельзя. Все. Нельзя молиться, нельзя молиться. Понимаете, что нельзя молиться? И что дальше делать? Может, реально положить предмет в гроб? Нет, нельзя. Ой, не знаю даже. Нельзя молиться, пора удавиться. Да, действительно, похоже, так и есть. Я использовал последовательность. Я ее использовал. Нашли, где нападать. Вот ты обостренная сволочь, а. Что тут делать? Что я сделаю не так? Вопрос. Да иди сюда, ты.
Спойлер. Спасибо за спойлер. Товарищи, спойлерации мне говорят, что ничего тут делать не надо. То есть я 15 минут или 20 уже просто не делаю ни хера. Я просто последние 20 минут ничего не делаю. Классно, чё? Круто. Капец. Короче. Выбрасываем нахер все, выбрасываем. Выбрасываем молоток. Кирка, которая мне когда-либо где-то должна понадобиться. Нахер кирку. Нахер молоток. Нахер лук. Нахер все вообще нахер. Вылечиться надо. Ладно, задолбали. Не ходите лечиться, не лечитесь! Давайте, давайте, быстрее. Раньше вы каждые 4 шага нападали на меня. А как я поймали? Еще не сдох, а? Ну ты совсем что ли? Так, все, ладно, хорошо. Я хочу вылечить остальных, а не убить! Обосранный урод, блядь. Да, блин, здесь у меня дезмотивация, когда я узнаю, что я 20 минут
делал херню. Мне просто на лбу написать ручкой, что я дебил. Вот так вот на лбу прям написать дебил. Вот что мне хочется сделать сейчас. Ладно. Так, ладно. Все, короче, валим отсюда, из этой сраной комнаты. Валим в другое сраное место, не менее сраное. Синие свечи теперь искать где-то надо. Лед, отлично. У меня нет кирки, я его выкинул. Фух. Заткнись! Заткнись! Когда тебе говорят заткнись, ты должна заткнуться. Отлично, отсюда никак не выйти уже, без кирки. Я себя запер. Я запер себя в комнате, с которой никак не выйти. Стоп! Ох, ё-моё. Как? Настроение? Привет, Борис Портной. Нормальное было, пока я не узнал, что я 20 минут тыкаюсь в стену, и в итоге я просто ничего не должен там делать. Я знаю, куда идти, Шаксер! Спасибо большое! Я знаю, куда идти! Я думаю, что я знаю, куда идти! Я думаю, что я знаю! Три статуи, вот, смотрите, вот они, три статуи. И все без глаз. Да, Шаксер, не иду, не иду, то есть вот не иду. Смотри, видишь, я как я не иду туда. Я уже не пришел туда. Thank you.
Я очень рад за Некроида. Молодец. Классно. Осталось найти еще две. Да, мне нравится, мне все нравится. Охренеть просто, как мне нравится. Мне нравится, как я играю, вот что мне нравится больше всего. Будем сейчас делать сейвы после каждого шажочка. Раз по-другому у нас не играется. Так, короче, у этих двоих... У этих двоих, я сказал. Да, у них строго сюжетные предметы, поэтому они стоят здесь и нихера не делают. Остальная компания пусть валит искать свечи. Ректальные. Которые раскиданы по всей игре. Хрен знает где. Встречал я свечи? Встречал. А вот где их оставил, я хрен знает. Не знаю, где я их оставил. Где-то я их оставил. Попробуй найди теперь. И не ступи при этом на лед.
Где третья вот теперь? Попробуй, найди третью. Нет, гоп-стоппер, пора заново ее всю исследовать. Привет. Мне нужно свечку найти одну, которую я оставил хрен знает где. И может я ее вообще не трогал. Мне уже за два удара выносится. Топовые враги, блин. Пират бы сказал, что я обнаглел, перекачался специально. И прохожу игру неправильно. Заткнись! Я вообще-то не скольжу. Я не свихнулся, я пытаюсь вспомнить, где я оставил ключ. Где я оставил ключ? Ой, не ключ, а свечку. Спасибо. Вот бы еще в комнату, в которой я оставил свечу. Нет. Что ж так? Я сейчас просто... Пытаюсь, вот попробуй вспомни, где эта одна сраная свеча, которую где-то я оставил когда-то. Вот попробуй вспомни, вот где вот она. Я бы рад оставлять предметы в легких местах. Только, к сожалению, их нельзя выбрасывать там, где хочешь. Их можно только менять на другие предметы. Это очень уникальная система. Уникальная от слова «кал». Уникальная система.
Не надо на ютубе это мотать искать. Найду. Игру все-таки я прохожу, а не вы. Да капец, да вы охренели, идите нахрен. Стоп, это другая комната уже. Это другая комната. Я не помню этой комнаты. Так, у этого есть кирка. Бери кирку. Используй ее, молодец. Заткнитесь, не орите. Вы не скользите. Чё вы орете, если вы не скользите? Отлично. Просто путь от одной точки к другой. Шляпа нужна, да. Пришли мне шляпу, Юза. Свою любимую. Ничего нету. Я не убегаю с битв пират, я их проматываю. Унылая она, потому что я играю унылая. Вот я играю убого, ребят. Игра замечательная, я играю убого. Я оставляю предметы хер знает где. Потом бегаю их искать. И ищу их по 20 минут. 20 минут тыкаюсь в стену, в которой мне ничего делать не надо. Просто тыкаюсь в нее, в эту стену. 20 минут долблюсь в эту стену. А там ничего делать не надо, оказывается, в этой стене. Надо просто уйти в другое место совсем. Так что не надо гнать на игру. Гоните на меня лучше. Я очень недоволен тем, как я играю. Ужасно недоволен. Туда нельзя зайти. Нельзя. Нет, я не играл ни в один резик. Гоп-стоппер, у меня не было PlayStation'ов никаких. И я ни разу не запускал, и не настраивал эмулятор PlayStation'а. Как
каким образом я должен был поиграть в плойку в Резидент? Нет, я не играл никогда ни в один Резидент. Тут ничего нету. Не знаю, Гопстоппер. Может буду, может нет. Да, Димон Суперсан, проще Мегаменов. Вот смотри, беру я игру про Мегамена, в которую я не играл никогда. Вот игру про Мегамена, там, допустим, Мегамен 10, например. Вот Мегамен 10 я ни разу не играл. Вот честно, вообще ни разу не играл. Допустим, берем Мегамен 10 и берем Резидент. Запускаю я Мегамен 10. За один стрим, за 3 часа я его прохожу. С первого раза. Запускаю Резидент и прохожу его с стримов 10. И вот скажи, что проще? Для меня лично, что будет проще? Смогу ли я Резидент за один стрим пройти, за 3 часа? Шаксер. Психую я из-за своей собственной тупости. Из-за этого я психую. Игра замечательная. И просто, понимаешь, когда я уже сам понимаю, что я перекачался уже более чем в 2 раза я перекачался. То есть, мне ни нахер не надо столько уровней. У меня уже 20 уровня все скоро будут. Зачем мне 20 уровня? Я должен быть уровня 10, наверное, от силы. Блин. Ладно, не там. Да, пират, представься, такие есть. Я сказал, Мегамен 10. Мегамен 10 я не играл ни разу. Я бы с радостью съел тортик, только у меня его нет, да и есть неохота. Да, пират, я думаю, что пройду Мегамен 10 за 3 часа, как у любого другого Мегамена. 9-го Мегамена я прошел где-то за 3 часа как раз. Ищем свечку. Продолжаем искать. Где же свечечка? Одна единственная, которой мне не хватает, чтобы игру пройти. И тут нет. Нигде нет. Нету. В начале игры, небось, где-нибудь оставил. В самой первой локации.
Осилю, пират, не переживай. Нет, пират, я думаю, что осилю. Нет, Эпплджек, возле того тролля я уже нашел две свечки. Все обошел. Две свечки ты там нашел, третьей там нету. Третья где-то в начале, по-любому. Такая же уродская изометрия почти во всех играх тому времени такого жанра. Это ядовитый лед. И кто это орёт? Да, я знаю, что мы все умрем. Я умру раньше, чем пройду эту игру. В этой игре цель, моя цель в этой игре на данный момент — найти свечку, которая хрен знает где. Хрен знает, где она осталась. Я ее где-то оставил когда-то, может, 2 стрима назад, может, 3 стрима назад. Теперь не могу ее найти, не знаю, где она. Нет, Applejack, я уверен, что находил все 3. Я был везде, понимаешь, Applejack? Я был везде. Абсолютно везде. Я был. Абсолютно везде. Везде, где я мог быть, я был. Уже был. Может, она здесь где-то лежит. Хрен его знает. Я не знаю, где она может быть, а где ее не может быть. Я ищу везде, понимаешь? Children of the Fox, я ищу везде. Вот прям вообще везде. В каждом уголке. Да, конечно, смотрел в кармане. Угу.
покололись, побегали по... по колючему. Так, чё ещё? Чё вот ещё? Чё ты хочешь? Червячки. Нету червячков. У кого место в инвентаре есть? У Дубаила есть. Так, Дубаил. Иди один. И в самом начале нету. Что почему-то меня не удивляет. Короче, я не знаю, где смотреть. Я все обошел. Смотрите, смотрите, Шахтер. Попробуйте там что-нибудь найти, что-нибудь разобрать. Все, проехали. Нашли. И, разумеется, она была в самом последнем месте. В самом последнем месте, в которое я сходил. То есть, я облазил всю игру, каждую комнату в игре я облазил, и это вот последняя комната во всей игре, в которую я еще не заходил. Естественно, именно там свеча. Это еще один признак моего невероятного везения. Джек, я увидел свечку, я ушел рефлекторно, но я ее увидел. Так, ну и что дальше? А, зажечь надо, замечательно.
Мерцают они. Они обрушились. Круто. Господи, это еще что такое? Не надо мне никуда уносить. Ох, так, короче. Берем персонажей, у которых ключевые и важнейшие предметы. И посылаем их в бой. Правильно ведь, мудро. Кто скажет, что я не мудро поступаю? Так, я не получаю урон. Ой, укрытие. Фига себе тут этих фантомасов. Посмотрите, сколько тут летает. Вы посмотрите, сколько их тут летает. Не слишком много. Ладно, хоть прятаться от них можно. Попробую сейчас найти другого персонажа. Если она закричит, используя амулет. Кто это сказал? Как-нибудь можно вас убрать, чтобы вас не было? Фото. Фото напоминает о реальности. Этот голос знакомый. Что? Бежать нельзя, короче говоря. Что происходит? Вот я рядом, но это я, естественно, хрен добегу. Потому что я далеко. Я знаю, вы это мне уже сказали. А как и хрен успеет добежать? Она там сдохнет быстрее, чем он добежит до нее. В Монстании, Рапас, это была прямая линия. Здесь это лабиринт, в котором хрен разберешь, куда идти и что делать. Да, я понял, дайте мне отойти. Дубаил. Дубаил нападает с камерой. Прелесть какая. Заткнись.
Богдана напугали. А, сука. Вообще похер. Какой сильный урон. Единственное место, где можно посмотреть внешность персонажа, ну да. Молись всегда, когда можешь. Так, я сохранюсь, пожалуй. В этот нелегкий час. Надо тоник взять так-то. Хотя ладно, думаю, мне не понадобится. Хотя нет, лучше перестраховаться все-таки. Схожу за тоником. Так. Да блин, не то сделал опять. Ну что за нахрен, а? Ну что за нахрен? Что за нахрен? Дубоил, ты где? У тебя предмета нет. Зашибись, ты сейчас возьмешь лечилку и придешь. Вот лечилка, зашибись. Хоть зачем-то далеко ходить не надо. Лечилок так слишком много осталось. Пошел вон. 77. Больно. Да будет сегодня рулетка. Ты дэшборд-то читаете? Написано же финал. Если она закричит, используй амулет. Фото... как сказать, напоминает о реальности. Приближает к реальности. Дневник сломает ее сердце. А гроб что сделает? Похоронит ее? Так вот, они тут где-то стоят. Все, теперь делаем сейф. Мамия! Зови остальных. Фиг ли еще делать. И мочи. Правда, сейчас надо предмет использовать. Покойся с миром! Покойся с миром! Дитя мертво! Я заставлю вас страдать! Так, что надо использовать? У Дубаила ничего нету. Богдан. Так, Акаки. Чё там первый по счету? Амулет. Первый по счету амулет. Используй амулет. Ты используй фото. А, погибли пока не надо. Ладно, допустим, что пока нам не надо это делать. Что-то новый эффект пишут. Хотя, может, надо молиться еще вдобавок. Нет, тогда бы писалось, что эффекта нет вообще. I will kill you, you all. I will kill you all, die. Чё дай-то? Так, используем амулет.
помолимся. Не надо. Окей. Фото используй. О, во. Во. Смотри на это. Ты была мертва уже 30 лет. Ты мертва уже 30 лет. Чего? Мертва ты 30 лет уже, я тебе говорю. Дура. Так, следующий на очереди диарея. Твоя жизнь уже давно закончилась. Блин, надо молиться сначала. Сначала надо молиться, потом... Так, что ли? Леди Мами... Да, Шакстер, она ничего. А сейчас еще лучше стало. Так, давай, бей, дубоил. Так, молись. В смысле, не на not needed? Я тебе дам not needed. Ну, бей тогда. Ты принесла много страданий, Ичиро. Нет. Молись. Не знаю зачем, но молись. Так и покакай, гроб. Никаких больше страданий. Дитя мертво. Покойся с миром. Новый эффект. Хреново. Почему вам просто не сдохнуть? Потому что у нас хп слишком много. Ты понимаешь, что ты нам даже половину хп не снесла? Мы перекачанные. Нас не убить все равно. Если бы я даже ничего не делал, тебе бы понадобилось пару часов, чтобы разобраться со мной. Мой малыш. Мой малыш. Давайте все помолимся. Все, замолились мы. Неужели конец? Леди Мамия. Короче, все, леди Мамия успокоилась. Но здание рушится. Я не успел прочитать, быстро проскроллилось. Ладно, хорошо, все. Неужели прошли? Да все так, как он сказал. Имамура. Да, он сказал, что сила... Что ваша внутренняя сила остановит заклятие. К несчастью, он пожертвовал собой, чтобы спасти нас. Как грустно, но почетно. Да, Ямамура был всегда опечален и чувствовал ответственность за того, за то, что делала его жена. Что? Это означает, что... Идите, пожалуйста, торопитесь. Хорошо. Сваливаем.
Это не эпилог, Барс, а пролог. Я понял, что ты пытался пошутить, но это пролог надо было написать, а не эпилог. Это как раз эпилог сейчас. Ну что я могу сказать про игру? Замечательная игра, очень интересная. К сожалению, в ней нет защиты от перекачивания персонажей. Могли бы, например, просто с какого-то уровня переставать давать опыт за слабых врагов. Не знаю, или просто переставать давать опыт. Потому что, ну блин, ну реально, у меня никаких проблем не было ни с хитпоинтами, ни со здоровьем, никогда. То есть, как бы мне не было реально такой сложности, скажем так. Хотя, игра не про это, я понимаю. Понимаю, конечно, что игра не про это. Но игра интересна, мне было очень интересно. Иди унылая, это я играл уныло. Если вам игра казалась унылой в какой-нибудь момент, это потому, что я играл уныло. Либо потому, что вы не следили за процессом и не понимали, что происходит. Наш отчет сделан. Вы, ребята, отлично справились. Кроме вот этой вот одной детали. О, господи. Да. Давайте, скример, я жду. Черный экран, скример. Это же хоррор, в конце концов. Где скример? Какой-нибудь череп на весь экран, нет? Я все еще жду какого-нибудь скримера. Да нету тут никакого шестого персонажа, Ларикс. Нету никакого шестого персонажа. Он шутковал. Блин, все, экран чернеет, и все. Это тут вместо экрана The End, здесь просто черный экран. Как жалко. Я думал, какой-нибудь скример на весь экран. Но я понял, что скример уже был. Я думал, будет большой такой скример. Все, короче. Игра пройдена. Игра была замечательная, интересная. Я очень удивлен тем, что я ее вообще прошел, что я смог в нее вникнуть, смог в ней разобраться. Ну, конечно, были проблемы, много проблем. Где-то вы помогли, где-то вы не помогли. Пришлось тупить самому, пока не сообразил. Вот, но тем не менее прошел. Все, сейчас будет рулетка, будем выбирать 44-ю игру. А Sweet Home мы заканчиваем. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, было интересно. Не расходитесь.